Сегодня вышел трейлер 9 эпизода «Звездных войн». И знаете, я его посмотрел. И он запутал меня окончательно. И, скорее всего, вас. Поэтому вы и зашли на этот ролик посмотреть разбор. Сегодня мы разберем с вами, что же происходит в трейлере и какие основные события нас будут ждать в этом эпизоде. Ну что ж, погнали! Предлагаю сначала посмотреть трейлер. Это, например, 4-й эпизод. Это 5-й. Ну и, конечно же, знаковый 6-й. 1-й. 2-й и 3-й. 7-й. Восьмой. А вот и 9-й эпизод. В Америке он выйдет в их Рождество, то есть 20 декабря. У нас он выйдет 19 декабря. На этой сцене мы видим небольшой город или селение, в который приходит наша команда. Скорее всего, это будет город какой-то новой расы на новой планете. Тут мы видим сражение двух заклятых врагов. Ну или просто их появление. Я не знаю, с чем это связано, но сразу вам говорю, это будет эпично. А тут мельком нам показывается Си-3PO. Но почему у него красные глаза? Не знаю, как на это повлияет сюжет, но точно Си-3PO что-то изменится. И Си-3PO встанет с лавки запасных и станет одним из самых значительных героев в этом эпизоде. Здесь мы видим какое-то мощнейшее оружие Первого Ордена. И скорее всего оно уничтожает какую-то планету или же базу. Сопротивление. Не знаю, с чем это связано, но выглядит это очень эпично. Тут мы видим, как тренируется Рей. Или же она увидела видение Палпатина и впала в гнев. На этом кадре видно, как Кайло Рен открывает меч. Видимо, нас ждет какая-то эпичная драка. Но постойте, у Кайло Рена нет его шлема. Прикольная рифма, ну ладно. Почему? Ведь нам в трейлере показали, как его шлем отреставрировали. Посмотрим в фильме, что же произойдет снова с его бедным шлемом. Честно говоря, мне уже жалко этот шлем больше, чем сопротивление. Здесь мы видим невероятно эпичную драку Кайло Рена и Рей на световых мечах. Скорее всего, она проходит на обломках Звезды Смерти на лесной луне Эндера. И на этом кадре очень хорошо видно, как поднялось мастерство борьбы на мечах Рей. Теперь ожидания оправдались. Поверьте, битвы на световых мечах в этом эпизоде будут намного круче. Переслушайте еще раз этот фрагмент. Ну что, ничего знакомого? А вы не услышали дыхание Дарта Вейдера на заднем плане?
Но не стоит делать окончательное решение, что Дарт Вейдер вернется. Скорее всего, это будет какое-то воспоминание, или же Дарт Вейдер придет призраком силы. На что у меня подозрение, что это... этого не будет. Но скорее всего, это какое-то видение, или же воспоминание. Поэтому Дарт Вейдера не будет. Но зато на смену Дарта Вейдера придет новый ситх Рей. Боже мой, это даже звучит смешно. Такого точно не будет. Скорее всего, это видение Палпатина, которое он внушил Рей. По типу «Переходи на темную сторону, и ты обречешь небывалое могущество». Посмотрим, что произойдет в сюжете у Джей Джей Абрамса, но я надеюсь, что это видео вам помогло. И я надеюсь, что этот эпизод покажет нам что-то невероятное. Но, кстати, я заметил, что клинок у меча Рей нестабилен. Скорее всего, кайбер-кристалл для этого меча был взят из меча Кайло Рена. Это моя догадка. Или же алые мечи теперь делают из таких нестабильных кайбер-кристаллов. Не знаю, не знаю. Посмотрим в этом эпизоде. Кстати, вот так выглядит постер 9 эпизода. Дата выхода фильма в России назначается на 19 декабря, но вот в Америке фильм выйдет 20 декабря. Это подтверждают источники. Вот, сами посмотрите, 19 декабря 2019 года. А в Америке 20 декабря этого же года. Я не знаю, с чем это связано, но в России всегда «Звездные войны» выходят на несколько дней или на день раньше. Так было всегда. Не знаю почему. Ну а если вам понравилось это видео, то прошу поставить вас лайк и подписаться на канал. Ведь я очень сильно старался и искал много информации. И советовался, естественно, со своим братом. Он очень много помог мне. И, в общем, спасибо, что посмотрели это видео. Пока. Да пребудет с вами сила.